Всем привет! И вот наконец-то вышла вторая часть моего выпуска про блочный лук. И в этой второй части я буду делать крепления для плеч. Вот я уже сделал вот такой макет, все из того же самого пенопласта. Это будет выполнено все из алюминия также. Здесь я сделал сразу под плечи, под болты сразу сделал, чтобы не мучиться там, не сверлить лишние дырки, чтобы они сразу готовые были. Будет это выглядеть вот так. Вот. И на болты это будет все скрепляться. Вот здесь. Отсюда будут торчать плечи. Так сказать. Вот эти шипы. Ну, я их сделал по просьбе моего 6-летнего сына. Он увидел, сказал: папа, говорит, когда стрелы закончатся, что будешь делать? Сделай, говорит, шипы, чтобы ими можно было убивать зомби. Ну, я подумал, ну ладно, раз сын попросил, сделаем шипы. Ну, посмотрим, что получится. А теперь остается покрыть это все затиркой для швов, как обычно, и идти плавить алюминий. Сейчас пока у нас все разгорается, это все это дело, сейчас будем заниматься закладкой наших макетов. Закладки наши готовы. О, какой красный. Шлак снимать не будем, потому что там и так нормально там. Погнали. Налил я тут, конечно, до жопы. Ну что, лишнее отрежем. А это сразу выльем. Ну вот, вроде бы все остыло. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Так, первая деталь. Достаем. Получилось говно начальника. Херня. Не пролилась она полностью. Второе посмотрим. Второе тоже говно начальника. Хотя из этого можно было бы что-нибудь сделать, но, по-моему, это все надо отпускать на переплавку. Неудача. Неудача. Вот так вот неудачно у меня получилось. Я решил, что
переделывать, переплавлять я уже ничего не буду. Что-то неохота пока. Буду искать другой способ сделать крепление для плеч. Зато я увидел, как горит силумин с доступом кислорода. Я вам сейчас этот отрывок видео сейчас покажу. А сейчас всем пока. Ну, ждите новые выпуски. Я обязательно вам покажу, что я придумал для того, чтобы сделать крепление для плеч. Всем пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А вот, попробовал расплавить силумин. Смотрите, ребята, загорелся. Вот так горит силумин с доступом кислорода. Получается. Он там кипит. Красота!